У грудні оперативники ОУ з Вітібщини затримали сутенера. Два брати 23 и 32 годов познайомились в интернете с девчинами и пропонували им оказывать интим послуги за гроши. Пропанова знайшла отгук. Оперативниками в сфере нравов ОВД Витебщины в Гродно задержано двое местных жителей. Установлено, что мужчины использовали для занятия проституцией 23- и 38-летних минчанок. Они познакомились с девушками в соответствующем телеграм-канале, где и предложили незаконную подработку. 32-летний подозреваемый встретил старшую из них на вокзале в Гродно, а его 23-летний брат забрал младшую в столице. Мужчины лично сопроводили женщин к клиентам на базу отдыха, расположенную в Гродненском районе. Деньги за работу фигуранты разделили между собой, исходя из изначальных договоренностей. В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех участников преступления.